и почувствовать дух лучших культурных традиций. Приятного вечера! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Сегодня, в этот прекрасный весенний вечер, на пороге самого прекрасного и любимого всеми праздника 8 марта, мы чествуем всех женщин, девушек, мам и бабушек. Ваша женственность олицетворяет все качества, которые всегда привлекали нас, мужчин. Красота, страсть, хрупкость и необыкновенная глубина. Они движутся сквозь время, сквозь любовь. Эти качества – источники вдохновения для всех нас. Пусть праздничные дни принесут вам весеннее настроение, а погода подарит надежду на скорое возрождение весны. Георгий Свиридов, вальс из киноповести «Метель». Thank you.
сейчас на сцену выйдет наш дебютант, молодой оперный тенор, который обладает голосом редкой красоты и выдающимися драматическими способностями, что позволяет ему с успехом исполнять самые виртуозные популярные роли лирического репертуара. Петр Ильич Чайковский, Орел Заленского из оперы «Евгений Онегин», исполняет Александр Кохов. Солнце Италии, расточающее свои звонкие лучи всему миру.
Однажды Россини сказал: «Дайте мне счет из прачечной, и я положу его на музыку». Итак, Джоаккино Россини, ария Изабеллы «Круда Сорте» из оперы «Итальянка в Алжире» исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов Полина Гараева. Для себя путь солистки молодежного оперного театра «Роял Опера»,
чтобы возродить величайшие шедевры оперы для королей, недоступные сегодня из-за их виртуозной сложности. Первый сольный диск молодой оперной певицы открывает удивительный мир музыки Моцарта и Сальери, возвышенные мелодии Рахманинова и Римского-Корсакова и самые вдохновенные арии Верди и Доницетти. Винченцо Беллини, ария Нормы «Каста Дива» из оперы «Норма» исполняет Елизавета Запольских. Thank you.
цветы проснутся, их разбудишь ты той красотою, созданной богами. Да сбудутся великие мечты и тешат мир, как розы лепестками. Цвети в саду любви моей вселенной ты, как звезда в галактике большой. А я смотрю на небо, словно пленный, согрет твоей волшебной теплотой. Лео Делип, дуэт цветов из оперы «Лакме», исполняют Елизавета Забольских и Полина Гараева. Thank you.
Рудольф писал: «Любовь восхитительнейший из цветков, но требуется отвага, чтобы подойти к краю пропасти и сорвать его». Камиль Сен-Санс. Третья ария Данилы из оперы «Самсон и Далила». Исполняет Полина Гараева. Thank you.
2016 году весь мир празднует 260-летие юбилей Вольфганга Амадея Моцарта. И сегодня я расскажу вам одну историю, как гениальность музыки Моцарта помогла актеру Жерару Депардье. Известно, что в середине 60-х годов Жерар Депардье был абсолютно косноязычным молодым человеком, не способным в силу еще и заикания довести до конца ни одного предложения. Наставником Депардье отправил Жерара в Париж к весьма известному врачу Альфреду Томатису, доктору медицинских наук, посвятившему много лет изучению целительного эффекта музыки и особенно произведений Моцарта. Томатис пообещал помочь Жерару Депардье. Депардье спросил, что будет входить в курс лечения, операция, лекарственные средства или психотерапия. Томатис ответил, я хочу, чтобы вы приходили ко мне в лечебницу каждый день на 2 часа в течение нескольких недель и слушали Моцарта. Слушал Моцарта? Переспросил озадаченный Депардье. Моцарта, подтвердил Томатис. Уже на следующий день Депардье пришел к центру Томатиса, и через несколько музыкальных процедур он почувствовал значительное улучшение. У него наладился аппетит и сон. Он ощутил прилив энергии. Вскоре его речь приобрела большую отчетливость. Спустя несколько месяцев Депардье вернулся в актерскую школу, по-новому уверенный в себе, и, окончив ее, стал одним из актеров, ярко выразивших свое поколение. И сегодня в этом уютном зале мы хотим преподнести свой музыкальный подарок в честь 260-летия Моцарта. Вольфганг Амадей Моцарт. Вторая ария «Царицы ночи» из оперы «Волшебная флейта» исполняет Елизавета Забольских. Oh!
хорошо.